КД режет на дальнем стежковничении. Так, отлично. Все у нас нормально. Звук есть, все подписал. Давайте посмотрим команду. Значит, синяя команда наша, Артасы, Сталк на стежке. Значит, все-таки Энди Венди на Тайкусе, Лунар на Малфорине, Power of Dream на Мурадине, Ice Cream на Вале. И Бидженюс справа в красной команде. Заря, танк ФТВ. Ладно. Свети Констейбл, Тирель Донатан, Аракен, Фаустат, Кирвалимин. Ой, Кир. Так, уже на боте. Я музыку не успел вырубить. Надо вырубить музыку. Ой. Все, простите. Когда один стримишь, столько всего надо успеть. А это какой тормоз? Блин. Значит, на топе у нас стоит Тирель против Стежка. На миду Тайкус против Фалстеда. И на боте остальные команды. Остальные, так сказать, члены команд. Стежок, да, ослабление магии. Поднажали на Тайкусе. Прозрение Шандона Малфуриане, блок, жертва погони, максимальный заряд, гиперсдвиг, мастер регенерации, предвестник бури и жажда энергии. И предвестник бури, стакает молоточек Фаустат. Так. Год ТБД Драфтлинг. ТБД. Ой. Что-то отвлекаюсь я на всякие. Ну ладно, пока ничего не происходит, слава богу. Команды просто стоят, просто размениваются. Чуть-чуть впереди наши команды. Кстати, Стежок, смотрите, прогнал Тирели. Тирели возвращается с базы. Едет на модном мотоцикле. Просто лакшери. Слак лайф. Тирель. Ага. Смотрите, когда ничего не скучно. То есть просто... какие-то драки один в один. Стал, кстати, ух, какой стежок-то у него. Так, со скином, мастер скин. Подпушивает немного бот. Наша команда, потому что Бидженюс ушли на агров. Сейчас запустит агров по таймингу перед первым даром. То есть дар может появиться где-то на топе, и команда АСК будет вынуждена дефать агров. Ну вот, Светик возвращается уже. А, дарта на боте, значит, агров можно вызадефать. Довольно-таки просто. Я хочу посмотреть на этот скин, может, стежок он. Я, может, уже его куплю. Ничего тогда. Хорош. Ладно. Не будем отвлекаться. Ну. Дар появился. Тайку смещается. Смотрите, а Фалстат наоборот на топ летит, то есть они что? Не буду... Ага, но они не будут давать стежку прийти на помощь своей команде, то есть она будет без танка. А Фалстат, типа, в любое время может прилететь, сейчас запушит бак, прилетит. Нет, все-таки отдали дар. Они реально собирались стежка загонять. Ну, не знаю, что это было, ладно. Просто первый дар отдали команде Артасов. Не использовали свои сильные стороны героев, пока Бидженюс стоит этот... возможности глобального перемещения Фолстада. То есть именно как глобал. Он пока не сыграл. Так, глобал герой. Свапнулись. Фолстад на топе против Стежка. Тирель на мид пришел. Ну, против Тайкуса тоже не особо хорошо танку стоять. Артасы пушат бот. Вторую вышку сносят. И заборчик. И ставится пауза. Отлично. Можно посмотреть пока тавантики. Кирва лагинг. Угу. Так, все отлично. Значит, стежок у нас качается, хоть и не соло танк, но берет усиленное исцеление. Так, чем они больше у Тайкуса против танков? Благодати Луны, то есть дальность скиллов Малфуриана берет у нас Малфуриан. Обжигающая буря на Мурадине стандартная. Кстати, тут блоки. Интересно, против автоатакера блоки. Обжигающая буря. Так, жаркая погоня, жестокая кара. Опять же, через вышку, да, на вале качается.
через эту АУЕ способность. Заря. Самая сильная заря. Защитный барьер поглощает на 177 больше урона. Нестабильная аномалия. То есть, при окончании действия полиморфа наносит 144 единицы урона цели, находящейся рядом с ней противником. То есть, такой дамажущий полиморф. Хорадрическая перековка, чтобы уменьшалась кулдаун способности Тиреля. Круши исцеляй полезный талант для стояния на лайне. Вообще, ты от атаки хилишься. Быстрее регенишься. И триумвират у Лиминке. Триумвират. Пока счет 0-0. Все, Кирилл отлагал. Небольшая пауза была. И что теперь? Что теперь? Подпушивает бот теперь Бидженниус. Малфурин улетел на базу. У него не было маны, что ли? Не успел где посмотреть. Кстати, Тайкус первый на Дарье его забирает. Нет, все. Тирель уже готов собивать, клинок метать. Кто-то пингует, отступайте. Фолстат все еще на топе. И БВшки нету. Так, дамаг контроль по заре. Да, отзонили французов. Наши парни. И забирает эко второй удар. Неплохо. Фолстат тем временем сокает и первую вышку с ним топе. Опана. Где это произошло? Как это произошло? Где-то... Это не сон? Мурадин где-то умер? Мурадин? Ладно. Я даже не ждал такого на ровном месте, чтобы танк умер. Оп. Щиток. Анимация зря хоть развяжу в паузу. Как блоки против зари работают? Скорее всего, таки работают, все-таки это автоатаки считаются. Хотя, хороший вопрос на самом деле. Будет это на более опытным игрокам спрашивать как раз. Либо тестить, они сразу спадают. Одну секунду, ясно. Я тоже удивился, почему Малфурин, Мурадин не взял хил. Так, пробит танк. Танк пробит. Да. Минус светик. Два в один. Герой убит. 2 в 2. Вот за третий дарта жаркая битва нельзя, потому что отдавать Вартаса. Стежок мало хп умирает от Леминки, да. И тут чейз какой-то тоже с Дайкусом. Сейчас будет мясо. Тем временем Лемин забирает дар. Ну, этот бой за командой Бидженниус. Этот замес. Они получили практически уровень и забрали себе дар. Тогда я чего-то не понимаю. Да мы все чего-то не понимаем. Это нормально. Так, Огров забирает на боте Бидженниуса. И забирает свой пак. Не Огров, а большой. Харду. Артасы. Ультимейты. Значит, у Стежка это гнилая желчь. Один. Один все-таки не Бур. Спокойствие у Малфуриана. Аватара Мурадин и обстрел на Вале. Обстрел, кстати, да? Будет крутиться. Так, по заре фокус. Ух, щиток от БВшки. Отличный хук в корне. Отлично били. Так, и у команды Бидженни зона отчуждения, исцеляющий скачок, освещение, могучий порыв и силовая волна. Смотрите, какая связка. Просто Артасы правильно взяли Стежка, как хороший вариант. Забирают тем временем босса. Просто ниндзя-босс. На их не повезло им, что дар на топе. То есть и босса можно будет все-таки задефать. Блоки против Фолстада. Ну, такое. Фолстад, я бы не сказал, что сейчас сильно дамажит. Тем более один только автоатакер. Почему не взять хил? Да. Против прокасного Фолстада реально, который молоток стапает. Ну, в общем,
Ладно, сейчас заместо идет, Фурион улетит, священная земля, Лунар пробит, все-таки убирает. Один. Ну, без саппорта будут проблемы, Power of Dream юзает аватар, надо ему убегать, как-то упрыгивать. Нет, не уходит, минус 2. Там еще босс пушит. В итоге Дара дают и Форт на топе. Какие-то проблемы у Артасов сейчас начались. Резко, резко. Бум. Трансформируемся, автоботы. Угу. Так. Все. Это плохой замес, да? На топе пробили немножко лайн и дар. Далее 13 уровень есть Бидженюс. Я таки не договорил ту мысль. Короче, взяли стежка под Малфурин. То есть стежок вытягивает, Малфурин дает корни. Это хорошая связка. Юзайте в Хера Лиге. Если есть у вас Малфурин, можно взять стежка. Они могут зайти вместе. Угу. Стежку как раз не хватает контроля после того, как он кого-то вытягивает. А вот Малфурин своими корнями это обеспечивает. Долгий, хороший контроль. Так и что танк? Он просто следил, чтобы никто не бот не пришел, либо босса не забрали. Так, 13-й у Артасов сейчас будет. Пока счет 4-7 в пользу, по киллам в пользу французов. БВ все еще на топе, остальные у вражеского босса трутся. Французов у вражеского. Да, в прокасный бумеранг, видите, предвестие буря у Фаустагиса. Так, замес. Освещенная земля. Дар. Малфурин ультит. Один. Автоботы, трансформируемся. Выдув. Так. Один бьет по Фаустаду. Тирель умирает, взрывается, убивает этим одного из команды Артасов. Там все битые, кстати, Один может их дамажить хорошо. Ну, закинь туда пару сколов еще. Мурадин танчит. БВ, отлично, БВ рип. И Зари сейчас проблема будет. Щиток прожимается. Но ее все-таки фокусят. Еще щитки. Давай, Мурадин зонит. Бьет Петуча. Отлично, Петуч рип. Лиминка. Все, отлично. Минус 4 и минус 5 будет это. Неужели не будет? Да ладно, должно быть минус 5. Ну, стежок забирает дар, это проклятие для команды Артасов. И минус 5. Мурадин попой убил Лимин. Раздавил просто, да. Угу. Так, вот это по-нашему. Не сварение. О, губительный глаз. Порождает слизни, порождает. Надо попробовать, кстати, слизень имба. Ледяная глыба Малфурия, статическое исцеление. Игла, мгла. Забираю своего босса Артаса, они камбэкнулись, догнали, в принципе, сейчас. Бидженюсов. Ну, по форту Бидженюсов все еще впереди. Смотрите, кстати, Тирель бежит, он хочет украсть. У него еще нету этого таланта, чтобы вытеснять остальных с точки. Но нет, он ушел. Да. Посмотрел такое, идти, не идти, решил идти. Да. Все, с боссом идут по боту. А на боте тоже форта нет. Значит, по фортам у нас равенство, по киллам тоже практически довольно равная борьба. Так, забирают вижен себе Артасы и будут саппортить босса. Тем временем Фаустат на топе сокает, Тирель на миду. Еще агров забирают Артаса. То есть под боссом, под аграми будет жесткий пуш. И по боту, где практически одного форта уже нету, и они ломают башенки, стеночку, и, возможно, пойдут во второй форт. Ну все, все бэкнулись, Тирель, Фаустат. Надо им защищать. Проклятие прошло. Угу. И 16-й есть у Артасов, и 16-й скоро будет у французов. Проблему Тироэля. И убивает, выдув поздно. Очень хороший фокус. Даже осуждение, святую землю не успел дать Тироэль. Так, чейз за форт, просто прыгает Мурадин. И Сталк тоже танчит хорошо. Босс битый, форта уже нету. Что, скоро даже мог пойти? Один прожали же. Корни по заре. Вала крутится. Так, светик летит. Корни. Нет, корни мимо. И от Одина все. Мимо уходит. Правильно, не надо рисковать. Ведь последний был этот скилл еще. Корни. Попытались кого-то выцепить. Но не получилось. Уходит Артас. И сейчас что мы видим? Следующий дар будет третьим для Бидженю. Его нельзя отдавать. И у них есть босс еще на топе. Возможно, что-то у него будет сейчас. Да, сейчас туда стянутся Артасы. Бидженюс начали бить босса. Так.
Он контестит его Артаса. Так, стану по Тирейлю. Гранатка. Он уходит на меч. Разогревает босса французы. О, хороший хук по заре. Ну, о, хороший, нормально. Танка выхуковать, конечно, такое. Лучше бы кого-нибудь там лиминку. Ну, не дали забрать босса, но и сами не забирают сейчас. Что, фолстады? Какой план? Просто не дали забрать босса. Могут подпушить топ немного. Так, тавантики посмотрим. Бронебойные патроны у Тайкуса. Рыболовный крючок у стежка. Все-таки не стал замедление, взял крючок. Удлинение фука. Так, и пушат форт на топе тут. Заходит Бидженниус, и пока без светика. Отгоняют, отгоняют. Так, стежок юзает ульту. Слизь. Ускоряет себя, замедляет врагов. И третий дар сейчас будет. У стежка ульты-то нету. Зато забрали форт на топе. И... Так, заряд паяет, паяет, мародин. И сталк как пробит. Ой-ой-ой, минус сталк. Это плохо. И это проклятие для французов. Сейчас нашим придется дефаться. Как так сталка-то аж раздамажил. Уна, Мафурин юзает ульту. Фолстат летит, агрессивно играет выдух. Мафурина забирают. Минус фолстат. Вала юзает ультимейт. Освещенная земля была. Это один в один. И минус форт. Так, Power of Dream блочат. У него есть прыжок, он идет. Стакается в себе стату от урона. Оп, упрыгивает. Отлично. Бум-бум, шарики летают. Тирель ушел. Ну, надо отступать, ребят. Странно, что... Ну, ладно, заряд остается. Так-то танк первый отходить не должен, но, видимо, у него маны не было там всего. Идут на своего босса Бидженниуса. Пока вынуждены дефать Артиса. Да, они могут забрать босса. Уровни, в принципе, равные. 18-18, но... Сейчас инициатива перешла к французам по игре. Ну, Артисы, кстати, бегут. Бегут оспаривать босса. Хотя стежок только... Малфурин только резнулся. А тут все пятеро. 4 в 5. Даже 3 в 5. Вау, еще не успела. Ну и минус Тайкус. Ну все, и все. Надо отойти, ребят. Ну, в 3 в 5 не получилось помешать забирать босса. Угу. Забирают агров хотя бы. АСК. Напоминаю, это Best of 1 все еще, да? Одна, вторая... Финала. 19 в 19, как плотно идут команды. Ноздря в ноздрю, но босс-то идет по топу. Теперь будет... О, хороший хук, корни. Потеряли прокасты и выдув. Вот это комба. Да, стежок, мог уже. Ну, пушат, пушат. Тайкуса все еще нету. Сложно, сложно. Пока пассивный диф надо дождаться Тайкуса и уже давать бой. Опять хук, хороший лиминку. Один прожимается наконец-то. Мафурин юзает ультимейт. Светик летит. Все будет освещение. Да, и под освещением просто пушат кору Бидженниуса. Урон. Да. Ну, в кору, просто иду в кору. Это тоже ГГ. Да, босс и освещение Тиреля. К сожалению, в этом Кубке Зотака победили французы. Напоминаю, в прошлом победа досталась Артасам. Так. Эх, печально. Значит, что у нас по осадному урону? Вала и Фолстат. Больше всего дамажили, ну такое. Урон по героям Тайкус 56 тысяч или мин 66 тысяч. Вала только 48. Ну, тоже неплохо, но отстает, кстати, даже от того же Тайкуса. Тайкус реально так хорош. Роль. Значит, Мафурин нахилил по 60 тысяч. Светик не сильно отстал. 55 тысяч. Да, вот так вот. И по киллам, смотрите, 12 в 11. 12 в 11 киллов-то. Очень равная борьба была. Но вот в какой-то момент перехватили инициативу француза немножко. И все. Было пара смертей таких. Замесов, где наших было меньше. Да. Рыболовный крючок, отбивка. Вот этот талант я не брал, не сварение.
Слизень, изрыгающий губительный газ при атаке. Интересно. Надо будет попробовать. Так. И...